Всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами сделаем декор настенных часов. Помимо часов нам понадобятся бусины хрусталя. Мы будем использовать бусины, такие, которые в украшениях уже использовать нельзя. И эпоксидный клей Пексипол. Часы у нас пластиковые, поэтому мы решили, что зашкуривать поверхность не обязательно. Возьмем клей и смешаем два компонента в равных частях. Наносить клей будем отдельно, под каждую бусину, для сохранения эстетического вида поверхности часов. Для того, чтобы приклеить большое количество бусин, понадобится достаточно много клея. Но ни в коем случае не смешивайте сразу большое количество. Лучше несколько раз смешивать клей в маленьких количествах, не больше горошинки каждого компонента. Также важно тщательно перемешать состав, чтобы в конце работы не оказалось, что ничего не приклеилось. Итак, бусина за бусиной проклеиваем поверхность часов. Работать необходимо очень быстро, в темпе, поскольку клей схватывается буквально за несколько минут. Полностью проклеиваем каждую бусину отдельно до тех пор, пока на часах не появится цельная композиция. На самом деле декорировать часы можно не только бусинами, но и шнуром, лентой, стразами. Здесь все зависит только от вашей задумки и от вашей фантазии. Итак, уже видно, как выглядит наша композиция. Мы проклеиваем буквально последние бусины, и наши часы готовы.